Завтрак наш обычно происходит так. Захотел омлетика, омлетик бы ему дали. Омлетик тебе не интересен, мяса нет, все, свободен. Но он будет сидеть так на столе. Кто-то скажет, что это хамство. Возможно, еще какое хамство. Да, милый. Марсик. Все понятно. Друзья, всем привет! Сегодня снова на моем канале «Гризли и Марсель». Напоминаю и говорю для тех, кто не знает, «Гризли» — это серый кот, а «Марсель» — это черно-белый прекрасный молоденький котенок с сердцем на шубке. Сегодня у них игры, ну а потом по плану «Гризли» пойдет отдыхать, а «Марсель» на диванчике будет смотреть свой любимый канал. Я заметила его любовь вот к телевизору с самого детства. У него есть несколько каналов, которые он просто обожает, и я стала ему их просто включать. И вот он очень внимательно наблюдает за жизнью трех прекрасных котов. Ему очень нравится, он очень внимательно смотрит, пытаясь понять, как же, где эта крыша, как это, к этому снегу добраться. Это меня немножко пугает, потому что он очень любит учиться. Он учится просто на раз. Небольшое отступление. Ребят, будем очень рады вашим лайкам, комментариям и, конечно же, подписке. Канал у нас молодой. Я рассказываю здесь о Москве, о котиках, о жизни, о том, что волнует меня и, как я считаю, может интересовать и других людей. Кстати, Гризли всегда принимает самое активное участие в монтаже видео. Все под контролем, да? Гризли, давай, смотри. Такому Васеньке мы ищем дом. Да, мой маленький? У каждого котика должен быть свой дом. Правда, мой сладкий? Да, мой сладкий. Да, мое сокровище, мамино сокровище. Мамина любовь, мамино счастье. Как можно таких обижать? Нельзя никому и никогда. К сожалению, Васенька пока не нашел свой дом, и если он запал кому-то в душу, обязательно дайте нам об этом знать. Вообще, я считаю, что там, где растут дети, животные просто обязательно должны быть. Тогда наши дети будут добрее, трепетнее, ответственнее. Ну вот лично у меня такое мнение, я не знаю, как вы думаете.